I'm alive. Эта собака меня достала, Анфиса. Она ходит со мной как приклеенная. Чего-то боится? Не знаю. На улице вроде грома, града нет, дождя даже нет. Она на улице не хочет, ходит за мной. Я ее уже гоню, она все равно со мной. Я тут чай пью, кофе, завтракаю. Собака, я надеюсь, она не предчувствует там какого-нибудь землетрясения или еще чего-нибудь похуже. Тьфу-тьфу-тьфу. Смотрите, куда улеглась. Либо у нее уже старческий маразм. Анфиса, не пугай меня. Клим, нет никаких телефонов. Скажи всем привет. Всем привет, это не телефон. Скажи, почему ты так ходишь? Потому что... Назад. Как нужно правильно? Вот. Потому что я спинку неровно держу. Вот. Будешь так ровно, выпрямись. Уложила Вову. Буду наблюдать за ним. Насколько точное фото. Один в один. Пока Вова спит, я тут зависла на Яндекс.Маркет в разделе детских товаров. Нашла кучу всего интересного, полезного и супер способ, как сэкономить и найти товар самый дешевый. Так выглядит Яндекс.Маркет. Захожу в раздел «Детские товары». Смотрите, сколько здесь всего интересного для мамочек и деток разных возрастов. Я уже многое присмотрела для Клима и Вовы. Тем более, что до 15 июля на Яндекс.Маркет грандиозная распродажа. Скидки до 50%. Здесь вы найдете море полезных товаров. Вот, например, коврик. Очень нужная вещь в ближайшее время. А еще я себе установила потрясающее расширение. Советник от Яндекс.Маркет. Вот оно вот здесь. Я нажимаю на кнопочку. И он мне показывает все стульчики этого бренда. Смотрите, цена везде разная. И советник показывает, что самый дешевый это вот здесь. Самый лучший способ сэкономить и не быть обманутым. Обязательно пользуйтесь современными приложениями, которые специально создаются для людей, вам в помощь, чтобы найти лучший товар по самой лучшей цене. Ссылочку я вам оставлю под видео. Я в шоке, у нас дождь стеною. Мамочки. Анфиса в шоке. Не зря она утром паниковала. На улицу сходила, и вот опять дом. А вот отсюда хорошо видно. Блин, мне кажется, на камеру не так видно, как в реале. Там просто жесть. Как еще Вовчик не проснулся? Ну, кажется, уже немного поуспокоился. А вначале как ливанул. Что ты хочешь? Приставулька. Нет, он хочет покусать мой нос. Не надо. А если я твой? И мы тут загружаем видео с Климосиком, да? Клим, смотри, мозоль какая. Вообще весь, вот смотрите, весь он в болячках, весь в синяках. Ты что на стол? Ты сейчас... А ну-ка встал, быстро. Кто тебе вообще разрешал такое, а? Скоро на голову залезешь. Не смешно. Там наши фотки, у бабушки Лизы наших фотографий больше, чем своих. И еще вот такая тут стоит на столе. Это Климаська с Санькой. Мои любимки, самые красивые. Мы идем к Климасикам гулять в парк. Он взял маленький велосипед. Ему так вот легко. Тебе что, 3 годика, этот велосипед уже для Вовы. Клим с бабушкой ушел в магазин, я тут с Вовой, он уже засыпает потихоньку. Покажи, что купили. Ты синий выбрал? Или там другого не было? Ну, был. Зеленый. Зеленый же твой любимый цвет. Это от комаров. Дай понюхаю. Вау. А тебе нравится, как он пахнет? Сейчас бабушке Лизе оставлю Вову, сама пойду домой дела делать. Я тут 1 круг нарезаю, мне осталось 2 круга. Я каждый день стараюсь по 6 кругов ходить. Когда Вова насосался, у него вся мося в молоке.
набрали всякого ненужного. Главное по акции, салфетки по акции. Что еще тут? Все по акции. Молоко, вкусняшки, няшки. Игрушка не по акции. А. Вот молоко, компоты любимые, сыр по акции. Не люблю я с персиком йогурты. А, вот мыло. Каждый день стираем что-нибудь. Ладно, хозяйственное. Сухари с изюмом. Я по-моему говорю. Клим ходит, собирает пачки сигарет и бросает мусорку. Клим, ну все, ты мой молодец, умничка. Нельзя, да, разбрасывать мусор? Некрасиво. Климу не нравится, когда валяется. Ищет теперь пачки сигарет. Я его похвалила. Нет, сына, ну... Ты мой зайчик, я им так горжусь, он такой молодец. Я его похвалила, теперь он вдвойне приятнее ему делать это. Все, зайчик, молодец, не надо искать новый мусор. Вот-вот мусорка, вот. Все, пойдем. Не надо мусор разбрасывать повсюду. Да. Надо убираться. Только хулиганы разбрасывают, да? Угу. Не-не-не, хватит, сыночка. Нет, надо еще. Блин. Что он сейчас сказал? Надо поделать. Вот, сына, вон. Нет, бычки уже хотел выбросить. Все, все, пойдем, больше не надо. Я очень сильный, умничка, да? Да. Че, давай ты за руль, на, чтобы быстрее доехать к Вовчику. Давайте, пойдем. Давай вместе с папкой. Первый арбуз. Можно даже желание загадывать. Ну ничего, пахнет. Так пахнет, обалдеть. Ребенок дико хочет арбуз. За стол садись, сейчас тебе папа даст. Как арбуз? Ну пахнет вроде как. А вот и фрикадельки готовы. Приготовила всем кашку на завтра. Мы тут поваляемся, выбираем окна для нашей новой квартиры. Его не надо. Надо вообще съездить, посмотреть живую, что есть в наличии. Обналичники есть в наличии. Угу. Надо в будни не съездить. Ну, не в воскресенье, блин. Это воскресенье для народа. И моська у бабушки Лизы. С нами собаки. Ай, Пелёша, ты ударился, Пелёшка. Спасибо большое, что смотрите наши влоги. Увидимся завтра. Всем пока-пока.